Друзья, это наша третья серия про выживание. Смотрим. И наконец-то дождь. Да, вот так же, да, у тебя, кстати, голода вон сколько уже нету. А это золото что? Это золотые самородки. Если ты морковку найдешь, то ты можешь сделать золотую морковку. То вот для чего надо. Ну, чтобы нажить. Ох, ни хрена я сколько вырвел. О. Не надо ломать. Ты его не сломаешь. Чпаунер, знаешь, как долго ломать? Надо домой, быстрее, дождь. Фух. Кстати, на тебя могут, хотя у тебя могут под головой листья ломаться, если ты дерево спустишь. А, не, у меня листья тугие хорошие. У нас ничего не льется. Так. Я имею в виду не дождь прольется, а имею в виду то, что листья грохнут. Ну, не из-за дождя даже. Что хочешь сделать? Верстак у тебя есть. Это тех не хватает на морковка еще. И раз, два, три, четыре самородка. А смотри, что здесь золотое яблочко. Это совсем по-другому делать. Нельзя! Там должно быть золотое яблочко. Там ничего нет. Там зато сверкающая самая морковка. Это... Вот, смотри, можно золотой слиток взять. Ну-ка, там сверкающаяся вот это. Это было. Вот. Его можно тоже сделать, только с арбузика. Арбузик вообще легко добыть. Даже ты просто арбуз сломаешь, что мне такие 9 улазит. Юлька. Мечик. Сейчас 3 мечика. Опять ломает кто-то дверь. Там еще маньяк. И кламинг. Все это не стали ломать. Сейчас. У тебя голода вообще 4 единицы осталось. Как-то спитало так. Меня маляк бесит.